я впервые узнал о Яне из контакта. То есть мне высветилась рекламка с таким интересным названием «Изнанка просветления», потому что, ну, тема просветления, в общем, она достаточно интересна, и она, очевидно, интересует многих людей, которые в той или иной мере заинтересованы в своем духовном развитии. Но что у просветления бывает изнанка, это меня, в общем, достаточно заинтересовало. И я, конечно, зашел на страницу, послушал подкасты, и вначале меня насторожила достаточно сильная энергетика, которая была в голосе у Яны, потому что ее энергичный голос, он, в общем-то, не соответствует стандартному представлению о гуру, о просветленных мастерах. Во-первых, это мужчины, во-вторых, они, как правило, вещают тихим, таким завораживающим голосом. И тут Яна, и я посмотрел, и на некоторое время как бы отложил вот эту вот группу, занялся другими делами, и спустя 3 месяца у меня как-то внезапно всплыла вот эта вот информация по поводу изнанки. И я решил зайти узнать, а что же там вообще делается. К тому времени уже было порядка там 30 подкастов, и как раз набирали второй проект. И я подумал, что вот это вот знак. И у меня получилось, то есть я буквально за 3 дня до закрытия набора запрыгнул в последний вагон, и вот в настоящее время я обучаюсь у Яны в индивидуальном проекте. Да. Яна не устает удивлять своей проницательностью в разных сферах, и в оценке характеров, в оценке поступков, в оценке людей. И меня восхищает просто ее способность задавать вопросы. Это всегда неожиданность. Ты вроде знаешь, вроде слушал и подкасты, ты ментальным образом подкован, но следует такой вопрос, что ты просто ах, и все. И личность входит в ступор, не знает, что ответить, и действительно, когда личность в ступоре, то начинаются какие-то процессы, неподвластные разуму. И вот здесь уже начинаются очень интересные вещи, которые даже наблюдать интересно в себе же самом. Вот это, конечно, я таких людей, кроме Яны, не встречал. Во-первых, это голос, это манера подачи, это то, что все-таки это женщина, и ее способность вот именно задавать вопросы совершенно, как бы казалось, очевидно, в простых ситуациях. Почему я вообще пришел на этот проект? Потому что в один прекрасный момент я понял, что я достиг определенных успехов в жизни, но никакой финансовое благополучие, никакие дома, никакие деньги, никакие красивые места, никакие путешествия не приносят мне какой-то внутренней радости. И даже если я получу то, чего у меня нет, я прекрасно понимаю, что это вот моя мечта, она тоже мне радости не принесет. И вот эта вот душевная какая-то неуспокоенность, она привела к такому выводу, что мне нужно пойти к себе куда-то, мне нужно найти себя. Если мне будет хорошо с собой, мне будет хорошо везде. Когда я это осознал, я понял, что мне надо искать человека, который мне этот путь укажет. Таким образом, я оказался в изнанке просветления. С термином «водительство» я ранее знаком не был, и это меня очень импонировало с первых минут, потому что я прекрасно понимаю, что любой гуру, любой учитель, обучая чему-то своих адептов, навязывает им какие-то свои ментальные представления. То есть ты получаешь не путь к себе, поэтому то, что не навязываются чьи-то суждения, не навязываются чьи-то ментальные представления, это мне импонирует, и это и побуждает, по сути дела, заниматься поиском себя. По поводу уникальных ключей, которые Яна предоставляет своим слушателям, своим ученикам, что меня в них в первую очередь удивило, это их доступность. До занятий с Яной никогда бы не подумал, даже не предположил, насколько близко эти ключи находятся ко мне. Каждый может ими пользоваться. Когда Яна взаимодействует с человеком, первое, что она делает, это просвечивает рентгеном. Второе, что она делает, это выворачивает наизнанку. И третье, что она делает, сворачивает обратно, но уже немного по-другому. Информация, которую дает Яна, она отличается уровнем доверия. Слова Яны, они во мне резонируют. То есть я слушаю ее, и что-то внутри меня с этим соглашается. То есть она так говорит, да, 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 все именно так. Поэтому информация Яны, она импонирует мне своей истинностью, правдивостью и нравится моей душе.
по сравнению с собой, пришедшим на семинар, и по сравнению с собой нынешним, я ощущаю себя более мудрым. Находясь в наблюдении, это вот позволяет уйти от каких-то сиюминутных эмоций, от каких-то сиюминутных решений и позволяет взглянуть на ситуацию более абстрагированно, позволяет уйти от каких-то вот сиюминутных личностных проблем и, отдалившись от ситуации, от личности, как ни парадоксально, заглянуть вглубь себя и почувствовать какие-то вещи, скрытые сиюминутными переживаниями, суетой. И вот это вот очень ценно. Да, безусловно, я ключами пользуюсь. Прежде всего, в общении с людьми это позволяет понять людей, понять их скрытые смыслы, которые заложены в их словах, в их поступках, и по-другому оценить действия, по-другому оценить их отношение к тебе, спрогнозировать их поступки и скорректировать свое поведение, в том числе по отношению к ним. Что еще я четко уяснил, это Янина позиция по поводу жертвы. Это мне вот очень импонирует. Обвинять кого-то в своих неудачах совершенно бессмысленно. И сейчас в любой ситуации я ни в коей мере никого не понимаю. Если человек ищет путь к себе настоящему, к себе единственному, я, безусловно, рекомендую пойти к Яне. Да, заниматься у нее непросто, но я просто не знаю других людей, других проводников, которые были бы способны не то что указать путь, которые бы способны даже дать надежду найти этот путь. Вот Яна, она и указывает путь, и проникаешься доверием, и, соответственно, возникает надежда, что ты этот путь найдешь. Больше иных проводников в своей жизни я просто не встречал. Дорогая Яна, я знаю, каких физических, моральных усилий вам стоит ваше проводничество, то, что вы с нами занимаетесь, то, что вы тратите время, то, что вы тратите свою жизнь, и как вам приходится с нами тяжело. И единственное, что я могу пожелать, это здоровья и терпения, потому что это очень тяжело. Это требует колоссальных затрат энергии, колоссального расхода сил. Яна, хороших вам учеников!